Представляем вашему вниманию 18-летнего Эрика Финмана, на счету которого 403 биткоина, что по текущему курсу криптовалюты составляет более 3 миллионов долларов. Впервые Эрик вместе с братом купил биткоины в 12 лет. Курс тогда был чуть больше 10 долларов за биткоин. Затем он вложил в цифровую валюту еще 1000 долларов, подаренных бабушкой. Так Финман заинтересовался рынком криптовалюты, когда в нее еще мало кто верил. В 15-летнем возрасте подросток бросил учебу в школе и основал образовательную онлайн-платформу Botangle, став одним из богатейших молодых людей мира. Сейчас 18-летний Эрик живет в Голливуде, путешествует по миру и быстрыми темпами наращивает свой капитал.